Эстрадная акустика уверенно завоевывает мир. Помимо таких крутых брендов, как Pride, там всевозможные Урал, Альфард, присоединяются теперь и мировые бренды с мировым названием. Теперь за эстрадную акустику взялись и JBL. Мы не шутим, реально. JBL Harmon теперь занимается выпуском эстрадной акустики. Поняли, что есть здесь смысл что-то сделать и, возможно, удивить. Новая серия динамиков под названием Shockwave 100W65. Данная эстрада выглядит вот таким вот образом. Как вы думаете, на что похоже? Да, она чертовски похожа на эстраду Мачете, которая у нас MM60. Очень, прям очень похожие динамики. Диффузор из непрессованной целлюлозы. Колпачок теперь со значком из серии Stage 3. Магнитная система выглядит вот таким вот образом. Как у всех JBL, безупречная сборка, однозначно. Что порадовало, данный динамик малый по посадочной глубине, как в M60, то есть залезет большинство дверей автомобилей. Да и в принципе, динамик выполнен в этом плане удачно. Номинал данных динамиков составляет 100 Вт, максимал 200 Вт. Чувствительность 96 дБ, вполне неплохо от того, чтобы даже запуститься от магнитолы. Частотный диапазон данной динамики играет от 80 Гц. Среднерыночная цена данных динамиков составляет 3700 рублей за пару. Вполне, да тем более, от бренда с мировым именем. Сегодня обязательно послушаем их в стенде и сравним с теми же MM60, может еще с чем-нибудь, и поймем, как могут играть эстрадные динамики уже от громкого, не то что громкого, от бренда с большим именем, с большой буквы. Ну, в общем, погнали.